Здравствуйте, дорогие школьники! Сегодня мы с вами поговорим об одном из самых старейших театров Казахстана, о Восточно-Казахстанском драмтеатре имени Жамбыла. Его история началась в далеком 1902 году. 26 октября в Усть-Каменогорске был открыт Народный дом, который стал центром общественной и культурной жизни города. Первая пьеса, поставленная на этой сцене, называлась «Рабочая слободка». Стоит отметить, что профессионального театра, как такового, не было. Именно поэтому в 1935 году жители обратились к властям с просьбой оказать помощь в формировании труппы. Спустя год при театре организовали национальный казахский драм-кружок. 15 талантливых актеров открыли новый театральный сезон пьесы Гоголя «Женитьба». Позже репертуар пополнился такими спектаклями, как «Славный джигит» и «Крепость». В 1939 году Восточный Казахстан был признан самостоятельной областью, и Усть-Каменогорский городской театр получил статус областного. Театр не прекратил свою деятельность даже в тяжелые годы Второй мировой. Актеры играли спектакли, организовывали концерты, чтобы поднять народный дух и укрепить веру в победу. В июле 1946 года театру было присвоено имя великого казахского акына Жамбыла. Репертуар обогатился новыми постановками. Зрители увидели «Анну Каренину» Толстого, «Сон в летнюю ночь» Шекспира, «Идиот» Достоевского, «Маленькие трагедии» Пушкина. Ставить спектакли приезжали режиссеры со всего Советского Союза. Об Усть-Каменогорском театре заговорили на весь СССР. Труппа побывала на гастролях во многих городах Казахстана, во Владивостоке, Гомеле, Улан-Удэ, в Москве и Московской области. В феврале 2000 года на базе театра создается национальная казахская труппа. Это событие имеет свою историю. Актеров и мастеров искусства отбирали на конкурсной основе со всей области. Свой первый театральный сезон новоиспеченные артисты открыли спектаклем Габита Мусырепова «Козы Курпеш» и «Баян Сулу». В последующие годы было поставлено более 60 спектаклей для взрослых и детей. Театр пополнился профессиональными актерами, выпускниками Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Артисты являются участниками многочисленных фестивалей республиканского и международного масштаба. Сегодня в копилке труппы десятки всевозможных наград и призов. В 2015 году Восточно-Казахстанский театр переезжает в новое современное здание. Прежнее сооружение признано памятником архитектуры, истории и культуры города Усть-Каменогорска. Торжественное открытие новой сцены состоялось 7 апреля 2015 года. Театр рассчитан на 600 зрительных мест. Имеется маленький зал для камерных спектаклей. Сегодня Восточно-Казахстанский областной театр состоит из двух трупп – казахской и русской. Ежегодно театр выпускает 8-12 премьер для взрослых и детей. В год играется около 280 спектаклей. Нельзя не уделить внимание молодежному театру. Он был образован в 2015 году. Первую труппу составили выпускники театральных академий Алматы и Астаны. Свой творческий путь артисты начали спектаклем американского драматурга Кена Людвига «Жулдыз де Сет». Режиссером выступил выпускник ГИТИСа Еринбак Тойкенов. Молодой коллектив сразу же завоевал сердца горожан. Актеры приняли участие в молодежном фестивале в Южной Корее, где представили музыкально-пластические постановки «Алтай Түркі Алемінің Бесігі Үрілер» и «Жүрек Қағысы» Айдына Салбанова. Восточно-Казахстанский областной театр не перестает удивлять и радовать своих зрителей. Он выработал свой стиль и свое направление. На этом мы завершаем наш урок. И по традиции я подготовила для вас несколько вопросов. Первый вопрос. В каком году Восточно-Казахстанский театр получил статус областного? Второй. Когда театру было присвоено имя великого казахского акына Жамбыла? Третий. Назовите режиссера спектакля «Жұлдыз де Сет».